с королевским размахом. Заработала на подданных. Британская королева вложила 13 миллионов долларов в офшоры с сомнительной репутацией. Елизавета II перевела деньги в фонд на Каймановых островах. Королева фактически стала инвестором организации Bright House. Компания выдавала британцам микрозаймы почти под 100%. Ее деятельность признана незаконной. О спрятанных в офшорах деньгах стало известно из расследования Paradise Papers. В досье около 13,5 миллионов документов. В архиве показана связь 120 политиков из разных стран мира с офшорами. Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл. Король Саудовской Аравии Сальман. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Офшорные инвестиции не являются незаконным вложением, но могут испортить репутацию. Королевский двор Великобритании открещивается от обвинений. Якобы Елизавета II не знала о судьбе своих миллионов.